Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Забрали награду. Так, используем ускорение, сделку. Пойдем завершим. Быстренько. Так, увеличит урон на 15, 11 карт на 26, ДНК. Нет уж, спасибо. Перебьемся как-нибудь. Баксы. У меня просто нет слов. Менять с Аркастадона на монеты. Нет уж, увольте. Есть что-нибудь такое путевое? Или все какая-то ерунда? Давай, наверное, здесь поменяем с тобой. Возьмем, например, вон Джунгариптора. Поменяем на баксы. $10. Спасибочки. Так, еще 40 сверху. Так, использовать ускорение. Ага, собрать моды. Еду обязательно потратим, но вначале все-таки получим моды. Это у нас обычные. Так что выпадает нам кровожадность. Задание выполнено в плане. Подожди, я не понял. А как оно могло быть выполнено, если мы не нашли еще 3 моды? Или это какое-то другое? На еду? А, то, что мы с... Понял, мы, короче, потратили. Да ёк-макарёк. Мы потратили с тобой там хавчик, тратили, да? И поэтому это как засчиталось за выполненное задание. А наборы карточек, подожди секунду. Вот, моды. Моды мы еще не закончили, так что давай. Берем с тобой на редкий пак. Вдруг нам что-нибудь выпадет здесь приличное. Берсерк. Повышает атаку, понижает здоровье. Такая спорная довольно-таки карточка, этот мод. И остается у нас что? Набор карточек. Использовать ускорение. Ну-ка, давай посмотрим. Гасторнис. Да ладно, ты, блин, серьезно, что ли? Не хочет. Он не хочет у нас прокачиваться. Сидит там. Так, значит, 3 ускорения нам нужно сделать. Это первое. Какой, блин, искать? Это у нас второе. И последнее ускорение делаем. Замечательно. Так, ну что, забираем и давай смотреть, какие у нас события. Так, хавчик сейчас заберем. Вроде бы пока все. Ну, тут деньги только что собрать. Это я уже могу сделать и за кадром. Сейчас меня больше интересует ежедневные задания. Не ежедневные даже, а события. Птерозавры, минимум модов 1. Так, а тут у нас схватка редких. Обычные землетрясения, схватка чемпионов и дрожь земли. Белая мгла. Так, тут птерозавры против... Зашибись, опять, они опять за свое. Хотя, подожди-ка, тут... Бонитозавр, нужен ли нам бонитозавр? Схватка редких. Вот здесь, наверное, можно повоевать. Ютарраптор. Если я возьму Лимносцелиса, к примеру, да, и Майонгозавра плюс Калабуринха, по идее же должен справиться. Только сделать это надо, наверное, вот так. Так и вот так. Давай попробуем пройти это событие. Майонгозавр. Угу, ударил. Сколько потратишь? Одну. Твою налево, одну потратил, всего лишь. Две в запасе. Раз, два,
три, четыре. Давай так сделаем. Блин, серьезно, не добили даже, а? Что он там вытворяет? Лаборант, ну-ка иди сюда. Что-то он там мудрит. Угу. Ну что, он все слил. Это, ребята, хорошо. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Вот так вот сделаем. В труху разобрали. Так. 5 очков действий. 3 очка действий он оставил себе. Так получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Допустим. Так, 5 очков действий. Ну сколько он будет сливать? Наверное, все. Нет, не все. Два потратил, три очка действия у него еще осталось. Ага. Ну это же круто. Или не круто? Пробуем, короче, слить. Да, победили. Трындец, ну это был только один поединок, а еще, по-моему, там четыре нужно отстоять. Я правильно понимаю, еще четыре? Да, еще четыре. Гац, Ютараптор и опять Гац. Ну, по логике вещей нужно брать, конечно, нам Лабиринтозавра. Даже можно не так сделать, надо взять Бонитозавра, скорее всего. И Гуаньлунь. А лучше лонгозавра одного взять и все, ребят. Так, давай возьмем одного лонгозавра. Поверь, он справится здесь со всеми. И с Гатсом, и с Ютараптором, со всеми. Ну и что тут пришел? Что тут забыл? До свидос. Давай следующего. Это у нас Гац. Прям напугал, ё-моё. На-ка, внемли. Все, ребят, здесь тоже победа. Это был второй поединок. Едем дальше. Так, два Ютараптора плюс Гац. Сколько стоит на откат? 77, тратимся. Чего? А, обычных. Вот так вот тебя устроит. Сразу вырубаем. Пернатого этого, да? А я почему-то так и думал, что он пропустит ход. Еще минус. И выползает Гац. Ну что ты там кряхтишь? Все. На, сдачи. Сдачи не надо. Так, третий был поединок. Еще два впереди. Два смачных поединка. Ну что, посмотрим, что здесь. Тут у нас Гац, причем только он один. А что если я возьму Лабиринтозавру и Гуанлунь? Ах, твое налево, ну конечно же. Ну давай Бонитозавра еще возьмем. Два травоядника, да, у нас получается. Этого сразу вырубаем. Ну тут вообще без шансов. Тут одного лабиринтозавра за глаза бы и за уши бы хватило нам.
Вот он травоядник, ребят, но по его зубам не скажешь, он травоядник, да? Такой, как маленький хищник. Так, и последний, это Гадзегоптерикс. Давай, Гадз, ходи. Понятное дело, что здесь шансов на выживание ноль. Так, теперь интересно посмотреть на последний поединок. Кого там предложат? Гадз, Ютараптор и опять же Гадз. Пеликанептерикс, я думаю, здесь один справится. Причем в легкую. Причем в легкую, ну, естественно, ребята, гибрид 30 уровня. А тут какие-то редкие. Шансов ноль. Досвидос, Кальвадос. Ну и последний. Ну вот и все. Так, одно событие у нас пройдено, получается. Сейчас мы еще посмотрим, что нам там за пак дадут. Ну это не пак, это колесо призов. Опачки. Ну, нормально. Отлично. Так, подожди, я здесь заберу награду. Примите участие в ПВПшке. Все понятно. Давай двигаться дальше, смотрим, что у нас еще тут есть. Птерозавры, минимум модов один. Ну да, ага, конечно. И сколько там поединков у нас таких должно быть? Три. Землетрясение. Ну, здесь, ребят, можно пройти, в принципе, вообще в легкую. Например, беру Индоминуса. Беру Скафагната. Да подожди ты. И вот этого Скафагната. Должно прокатить. Ну что, мы ему оставили 135 хп всего лишь. Да не смеши ты меня, а. Он еще атакует. Так, а в последнем поединке, насколько я помню, там надо будет обязательно три птерозавра брать. Во втором два. Так, шунозавр. И вот такая вот бяка. Я думаю, что здесь тоже возьмем одного индоминус. И, например, диморфодон плюс птеранодон. Этого сразу, да, уничтожаем. Шунозавр не выдержал атаки. Антаркопельта. Не смеши ты меня, действительно, я тебе говорю. Все, рвем его. Переходим на третий. Кто там у нас на третьем поединке? Сколько надо будет птерозавров брать? Так, уже посерьезнее, да, противничек получается у нас. Кого тут взять-то? Ага, тут только уже понятно. Ребят, тут только птерозавров можно взять. Тогда берем вот этих вот ребят. Другого варианта у нас все равно нету. Да. Не самый лучший расклад, если честно. Не самый лучший. Попробуем. Арморгозавр. 321 к атаке. А ему все надо слить.
Так, иди, Морфодон, ну-ка, сколько там у тебя? Блин, 203. Не хватит, да? Нет, смотри, хватило. Немножко удивлен. И трицератопс. Жизни много, атака не совсем. А сколько у нас здесь получается по атаке? Блин, мало. Короче, влупляем. Должны, по идее, победить. Так, точно. Ну что, друзья, здесь тоже у нас хорошо получилось. И последний поединок. Так, так, так. Раз, два, три. Довольно серьезных ребят против нас выставили, если честно. Хм, ничего не стал делать, да? Да ты заколебал. Вырубаем. Антарк Тупельта. Да ладно, он еще и не добил даже. Фу. До свидания. И последний. Эйниозавр. Так, иди, Морфодон, ты сможешь его добить? Нет, не сможешь. Ну, тогда это сделает птеродактиль наш. Хотя, подожди, вдруг сможем. Да, ханаем. Ну что, еще одно событие мы прошли. ДНК, 50 долларов. Еда и бонитозавр. Показывайте, что у нас тут еще. Без ограничений, дрожь земли. Ну что, я пойду, наверное, ребят, на дрожь земли, потому что... Хотя схватка чемпионов. Нет, все-таки лучше пойду на дрожь земли. Да, меня сбросили до Лиги Хищников. Ну что, давай посмотрим, справимся ли мы здесь. Лига Хищников. Карнораптор, Уэрхозавр плюс Диплотатор. Против вражеской команды, которая выглядеть будет следующим образом. Синоцератопс, Раджастега и Трепиагоптер. Команда такая довольно серьезная. Но вот нам повезло с Карнораптором, потому что он атакует первым и наносит довольно прилично урона. Ему нет смысла меняться на Раджастегу или еще кого-нибудь. Просто нету. Ну и так тоже невыгодно ему оставлять, да? Меняется все-таки. Он берет Трапиагоптера. Вот если он сейчас поменяет на Раджастегу, будет не очень хорошо. Что-то задумался, меняется, да? На Раджастегу все-таки я прав был. Ну что же, давай, Диплотатор, пора тебе выходить и немножечко поработать. Как раз ты должен его захомячить. Раз, два. Так, я вот не помню. Блин, ладно, я не помню просто. Ага, нет у него защиты. Тем паче. Трапиагоптер, ну естественно, у него повышенная атака по нам будет. Он сейчас все эти... накопление свои спустит на нас. Ну, а Карнораптор не будет, наверное, все-таки Уэрхозавр его бомбанет.
с превеликим причем удовольствием. Так как он все слил, у него ничего нету. То есть две атаки мы делаем и два бонуса. И в принципе до свидания. Этот, скорее всего, нас положит здесь. 375, ну да, он нас вырубит. Хотя, опять же, неизвестно, сколько он возьмет по атаке. Сколько он будет сливать. Все четыре. Тогда да, тогда забодает. Но у нас есть Карнораптор. И 6 очков действий. Так что до свидания, парень. Отлично. Хотелось бы, конечно, подняться до Доминатора, но вряд ли получится. Не хватит у нас элементарно динозавров. Да, продвигаемся очень-очень медленно. Очень, ребят, медленно. Оп, 25 тысяч монет. Давай дальше ехать. Кого можем взять? Возьму еще Карнораптора. Стегоцератопса возьму. И... кого бы еще мне сюда, а? Взять в эту команду. Афиокамима. А вдруг он возьмет хищников дофигища? Ну, возьмет и возьмет. Че сделаешь, ребят? Попробуем так. А вдруг он возьмет летунов много? Твою налево. Да. Тут трынец нам. Скорее всего будет. Начну с атаки. Литронакс хорошо получил. Но он сейчас тоже две атаки сделает. И считай, ну много здоровья у нас потратится от его удара. Я вот так вот сделаю. Зачем? Ну, ребят, если что, у нас, по крайней мере, будут очки. А он будет сливать эти очки сейчас. Угу, вот я тебе об этом и говорил. Он все слил. Получается, нам нужно сделать две атаки. Две защиты. Глянем, сколько у этого. 450, не так уж, кстати, и много. 450 к атаке. Блин, вот это подстава. Рискнул. И хорошо, что рискнул. Но Дагозавр выходит. 6 очков действий. Сколько он будет сливать? Раз, два. Ну, три. И три у него останется. У нас-то по здоровью, конечно, тут будет покруче. Мастодон такой, да? Я не удивлюсь, если он сейчас все будет сливать. Все, ему крышка. Ему крышка, сейчас мы его уничтожим. Ну давай, 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 разгоняйся уже. Молодец. Ну вот и все, и нет Нундагозавра. Победа за нами. Посмотрим, куда мы переместимся дальше.
С 82 позиции переходим на 64. Отлично. А паков мне так и не дают. Нормальных, путевых. Ну что, беру деплотатора, спинораптора. И афиоканима. Вот такая будет команда. То есть 3 ПВП поединка мы уже сделали, нам остается только лишь в канозойку сыграть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Литронакс хорошо, кстати, попал. Мы его сразу вырубаем. А дальше-то идет Горгазух, там еще кто-то. Глитронакс, по-моему, да? Это Литронакс, а этот Глитронакс. Чи! 223 к атаке. Он поменяется, скорее всего, на Горгазуха. Ну и тут уже видно сразу же, ощутимо. Давай так сделаем. Не знаю, если он сейчас рискнет меня атаковать, то ушатает меня. Но он не стал. Он не стал, а я, пожалуй, рискну. Да, вырубаем. Ну и выходит опять же Глитронакс. Но если даже 300 возьмем на 4, это будет 1200. Вряд ли у него получится что-то. Он даже не собирался, да? А если я рискну? Ему крышка. Все, я рискнул, и, как видишь, мои попытки увенчались успехом. Хотя, если бы он взял бы, например, защиту, то вряд ли бы что-то там вышло. 48-я позиция. Да, я думаю, хотя бы 10 баксов дадут мне. Нет, все, еду. Еду свою подсовывают мне. Так, ну что, апатозавр, нондагозавр. И метриакантозавр. Попробуем так сделать. Ой, как хорошо. А апатозаврик-то, друзья мои, как раз здесь вписывается. Как раз вписывается здесь. А вот нондагозавр, конечно, вообще сюда ни в какие ворота не влазит. Решил атаковать все-таки. Храбрец тоже мне нашелся. Раз, два, три. Тут главное с топилозаврами разобраться. А это у нас кто? Аланка? Я уже не помню кто. Похож на Гатсу, но это вряд ли Гатс. Ну давай, давай, давай. Что ты там кряхтишь? Кряхтит он мне, крикун. А я рискну. Понял. Ну, будем потихоньку тогда его уничтожать. Удар за ударом. Не выдержала нервная система. Утопила завра, он решил бомбануть. Ну все, пока. Так, а, это Кеца, конечно же. Ну, ты сам понимаешь, что Кеце здесь вообще ничего не светит. Просто вообще ничего не светит. Победа. Отдупляется Кеца, и мы продвигаемся дальше. Сейчас посмотрим, на какую, кстати, позицию мы перейдем. Апатозавр. Прикольно смотрится, да? Так, с 48-й переходим на 36-ю.
как вы мне дороги со своей жрачкой и монетами, а? Как вы мне дороги. Ну что, ребят, последний поединок у нас получается. Просто больше, ну, нету у меня динозавров, чтобы сыграть. Раджастега, Анкилодок и Таникалагриус. Если только не будет здесь амфибий, то все пойдет как надо. Амфибий нету, значит, все четенько. Спинотазух, там еще кто-то у нас. Ну, на втором уровне. Ребята, он на втором уровне мощнее, чем у меня Раджастега на 20-м. Ну как так-то, а? И это Ютиранус. А я нисколечко не сомневался, что ты так сделаешь. Я вообще не сомневался. Потому что я тебя уничтожу сейчас. Если бы я знал, что он не будет брать защиту. Так, Уйнаринг выполз. Он, наверное, будет меняться на Ютирануса, скорее всего. Ох, ё, у Ютирануса... Да. 819 к атаке, зашибись. Делаем хитрый ход. Понятное дело, что завалит, скорее всего, у меня моего Анкилодока. Но на то он и хитрый ход. На то он и хитрый ход, чтобы сделать все, как я хочу. Погнали. Ютирануса сливаем. 152 к атаке. Ну все, Уйнаринг, не везет тебе. Тут тебе уже ничего не поможет. Можно же не ход пропускать, чего хочешь. Так, тем более мы с тобой разберемся быстрее. По полной программе ему звездярим. Все, друзья, очень быстрый и классный был бой. Займем, наверное, какую-нибудь сейчас 30-ю или 20-ю позицию. Жаль, конечно, что чуть-чуть нам не хватило. Да, 22-я позиция. Было бы чуть больше у меня динозавров, или если бы мы, по крайней мере, с тобой не проходили бы там события, нам бы хватило, но... Классические бойцы. Трицератопс. Вот так вот. Так, ну что, давай заберем наши награды и в Кайнозойку пойдем сыграем. Кайнозойская эра. ПВП. Раз, два, три. Я думал, что у нас будет 200 баксов, и я хотел активировать одну земельку для того, чтобы получить 58 уровень на следующую серию. Но, видишь, не хватает долларов. Упс. Эндрю Сарх там у нас. Ну, давай смотреть. Две атаки. Прямо так вот решил сделать. Слету. Молодец. Сколько у тебя... О, да. Мы его сразу завалим, получается, да? Сразу уничтожим. А вот, а вот здесь нас уже уничтожат. Твою налево. Эндрю Сарх. Ну давай, 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 ходи. Сколько тебе нужно? Одну атаку сделать всего лишь. А нам нужно сделать так вот. Допустим, и выползает Энталаракс. Но ему надо будет здесь слить, получается, две атаки, да?
Ёк-макарёк. Ребята, фейл. По Ноктус-то куда он там? Он ничего не сделает. К сожалению, против него. Вообще ничего не сделает. О, тем более 6 очков действий. Все, до свидания. Что-то я не подумал, что по Ноктус у нас будет классовая слабость. Я бы его против Андрюсарха вызвал бы. И этого бы не тратил бы тогда с нашего. Ну что, лопухнулся называется? Так лопухнулся по полной программе. Ну что, забираемся с тобой наши ежедневки. Доллар-то, кстати, у нас есть. Сейчас мы активируем. Вот как-то так. Вот как-то так. И никак иначе, да? Земельный участок где-нибудь тут есть у нас? Именно на этой территории, походу, нету. У нас только остров Сорна остается. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду сегодня заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.